Над кем издеваетесь? Над русским народом? Вы 45-й год вспоминаете? А кто эту войну выиграл? 28 миллионов. Сколько там русских погибло? Больше 25 миллионов. Но они без газа. Я родился в Казахстане. И нам газ пришел 60 лет назад. 60 лет русские в центре России не имеют газа. Кто вам дал право так решать судьбу газа? Русского газа? Для русского народа. Вы кого обманываете? Вы немцам отдаете газ, которые травили наших людей в газовых камерах. И вы им снова поставляете газ. Еще спорите за Северный поток 2. Плевать на этот поток. Все потоки свои закройте туда. И разверните в центральную Россию. И русские вам заплатят деньги за ваш поганый газ.